готовности к этому, но припустим, если вы сегодня все потеряли, у вас ну, ноль, минус ноль, два. Это важно, все-таки минус или ноль. Хорошо. Спасибо. Смотрите, всего за секунду уже из минуса вышел ноль. У вас есть обязанности, жена, дети, удобно, то есть я засчитаю это минус, вы не один. И как бы вы поступили, как бы дальше реализовывали, что вы бы выбрали для себя? Команду бы сохранил. Нету команды, вы один. Как нет? Ну вот вы один. Нет, так не бывает. Что значит я один? А на что я потратил свое время до этого момента? Смотрите, мы же идем с приобретениями не только финансовыми. Вы оказались в новой стране. И хорошо, значит, моя команда приедет за мной. Мы сейчас в связи с войной в Украине, команда работает из разных мест мира. Но это одна команда, они по-прежнему верят друг в друга. Что такое лидер команды? Это кто, кому делегируют полномочия, в том числе за собственную жизнь, кому верят больше, чем себе, в котором уверены 100%, что он экспертно, личностно, эмоционально, по-человечески будет давать новые стандарты и новое продвижение в любой ситуации, какой бы она ни была. И война в Украине сейчас показала главную ценность команды. Главную. Потому что в нашей команде, например, есть наш директор, который сейчас является действующим подполковником ЗСУ, который воюет на Харьковском направлении. И мы с ним общаемся очень часто, поддерживаем его, слушаем его, советуемся с ним, потому что у него тоже есть компетенция. Единственное, что он попросил, купить мне Starlink, чтобы у меня была всегда связь. Но кроме всего того, что мы ему туда передали и помогли, у него есть Starlink, и мы слушаем правильно его экспертизу. Это есть участие в команде. Просто человек на этот период защищает Родину. Он не перестал быть участником нашей команды. Причем он участвует в конференции, например, с американским рынком. Так работает. А наш главный юрист, руководитель юридического департамента ушел добровольцем на фронт и, к сожалению, под Бахмутом погиб. А он наш член команды. Навсегда, на всю жизнь. А его жена волонтер в фонде Нины Соколовой. Мы ее будем поддерживать всю жизнь. И его детям стипендиальная программа будет вручена на обучение. Потому что он участник нашей команды. И это так во всех украинских землях. Во всех. А кто-то переехал в Украину, четверо детей в Канаду переехал. Он работает оттуда и встает, работает по графику, который удобен нам. Да, у него есть определенный дискомфорт. Но для него ценность команды выше, чем поспать лишние два часа. Так работает команда. Ну как я остался без команды? Вы понимаете, что такое социальный капитал, что такое вообще вот личный бренд? Мы все время говорим, личный бренд, это личный бренд, все занимаются личным брендом, там миллион подписчиков в Инстаграме, показывают свою красивую жизнь, не такую искусственную очень часто, не такую, как есть, но это же не личный бренд, это вообще, а это антиличный бренд. Не так, это личный антибренд сейчас. Так вот, что такое личный бренд и что такое социальный капитал? Личный бренд – это когда вы под личный бренд собираете деньги в банках. Вы приходите и говорите, я такой-то, вот моя фамилия, вот моя кредитная история, хочу 25 миллионов, выдайте кредит сейчас под личное обязательство, я вам это даю. Вот личный бренд. Давайте спросим блогеров-миллионников, ну сколько в банках дадут денег? Это не личный бренд, это инстаграмный бренд. Это как угодно можно назвать. Но не личный бренд, потому что личный бренд, он имеет конкретную метрику, конкретное табло с цифрой миллионов кредитов. Теперь второй вопрос. А что такое социальный капитал для предпринимателя? А социальный капитал – это когда вы открываете новый проект и говорите, открываю новый проект, и у вас выстраивается очередь из лучших топ-менеджеров в индустрии, потому что с вами мечтают поработать. Вот как работает социальный капитал. Поэтому, что бы ни происходило, как бы ни происходило, минус это или ноль, сохраняй свою команду, сохраняй свой личный бренд для банка с треком из идеальной кредитной истории и сохраняй свой социальный капитал, который позволит тебе привлечь лучших людей и экспертов в индустрии. И тогда каждый бизнес точно заработает сразу, эффективно и быстро. Потому что вначале с кем в команде, а потом куда. Спасибо, следующий вопрос. Спасибо.